Всем привет! С вами я, Котик Ники. Сегодня я буду показывать свой этот дневник рисунки по клеточкам, который уже закончился. Давайте посмотрим. Самые первые рисунки. Если я списывала с видео, неважно. Вот, например, я буду говорить, что я списывала с видео, потому что вы меня за дизлайком не залайкайте. Вот я срисовала с видео, это чашка. Здесь я вот все зачеркиваю, потому что кто-то мне там написал. Вот это бокал, как написано там. Бокал. Бокал. Ну, не важно. Дальше лапка тоже я срисовывала с видео. Эх, так, переворачиваем страничку. Да блин! Вот смотрите. А вот, все. Кексик тоже я срисовывала с видео, только вот здесь я не срисовывала, тут не срисовывала, здесь не срисовывала. Вот так как-то. Ну, короче, это кексик я сама нарисовала. Да. Здесь сердечки я сама нарисовала. Видите? Сердечки. Стоп, к нам кто-то пришел. Упс. Упс, давай. Ну и к нам кто-то пришел, это мой брат. И сейчас мы будем продолжать. Вот сердечки, как тут написано. Здесь киса, которую я рисовала в школе. Естественно, поторопилась, потому что там урок начался. Елка я рисовала дома, почти срисовывала, но все получилось самой. Сердце брата, Феша. Его так зовут. Так, здесь сердечко. Такая музыка. Послушать, ставьте лайк. Wi-Fi. Я сама его нарисовала. Колькин урок, конечно. Мои уроки также проходят. Я вся разрисованная. Эй, чё?